А вот главный полицейский Кропивницкого, похоже, нашел салон слишком уцененных элитных авто. В своей декларации указал добра на сотни и сотни тысяч долларов, но уверяют, что заплатил за них десятки тысяч гривен. Чудеса конвертации по-кропивницки изучала Елена Брынза. Сергей Кондрашенко был назначен на должность главного полицейского Кировоградской области летом 2015 года за подписью главы МВД. Согласно декларации, в том же году его семья заработала 260 тысяч гривен. У них был дом и автомобиль Mazda 2008 года выпуска. А вот 2016, видимо, выдался для Кондрашенко удачным. У правоохранителя появилась трехкомнатная квартира в Кропивницком, а вместо Mazda сразу две иномарки. Toyota Land Cruiser и Nissan Juke. Причем куплены обе были по смешным ценам – 45 и 50 тысяч гривен. Жодного пояснення, звідки взагалі у людини, яка працює, по суті, на зарплату, не є підприємців, як вона могла собі дозволити купити два одразу автомобілі, причому досить серйозні. Вони коштують далеко за 200-300 тисяч, але ніяк не 45-50. Мы связались с начальником полиции, комментировать что-либо на камеру Кондрашенко категорически отказался. Дескать, что покупать и за какие деньги, его личное дело. Позже написал на своей странице в Фейсбуке. Ему повезло. Дорогие иномарки продавали за такие смешные суммы. Судя по декларации, доход семьи Кондрашенко в прошлом году составил немногим более 600 тысяч гривен. Но даже если учесть, что авто ему достались фактически даром, то оставшиеся суммы явно маловато для покупки трехкомнатной квартиры. Даже в Кропивницком. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Кропивницкий.